Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 7 июля. Отдыхаю вечер. Хочу похвастаться вам своей новой покупкой. Это вот моя комната. Давно я вам ее не показывала. Компьютер отдала дочери, некогда за ним сидеть, больше на телефоне. Хочу похвастаться, что я приобрела. Сегодня привезла себе морозильный ларь. Вот такой. Вот понравился он мне, захотела я его. Ларь это наш русский. Бирюза. Качество у него очень хорошее. И вместительность очень хорошая. Установили его с сыном, но еще я его не мыла, не включала и ничего сюда еще не укладывала. Так, сын, конечно, закрыл его уже на запоры. Есть ключ. Вот такие вот ключи. Сюда буду у 3 контейнера. Здесь вот мне что нравится. Вот один, второй, третий. В контейнеры буду я вкладывать ягоды. Сейчас попытаюсь открыть. Без сына ничего не умею, но еле открыла. Вот. Такая вот корзиночка. Вот такая у него глубина. Вместимость хорошая, на 260 литров. Мне очень нравится. Но здесь, наверное, на низ тоже придется покупать корзиночки, чтобы не перерывать его весь. И буду заниматься замораживанием продуктов. Консервацию делать не хочу, но немножко сделаю. Здесь вот находится морозильный этот агрегат. Но все равно на него тоже, думаю, можно укладывать. Прошу прощения. Но нужно вымыть хорошо. Я еще ничего не вымывала. От скотча вот такие разводы. Вот. Другого места у меня на кухне нету, чтобы его установить. А вот только нашлось в моей комнате. В моей комнате 12 квадратных метров. Ну вот теперь и все. Я с морозильником, с морозильным ларем. Теперь буду заниматься заморозкой фруктов, овощей. Буду все снимать и показывать. Это мой рабочий стол. Здесь я буду заниматься. Ну вот и все. Я вам похвасталась своим покупочкой. Заходите в гости, буду рада. Вот уже скоро спать пора. На улице еще светло. Время уже где-то, точно не знаю, к 8 часам подходит. До свидания.